Ну, то есть без барда можно вот эту штучку взять. Дело в том, что... А плюс один. Поэтому мы могли бы его взять. Вообще, да. Мы не будем тратить, если что можно поставить. Если без барда пойдет, эту поставить. Против незади придет. Это можно. Но это тоже выгодно. Унижать его можно поднять. 7-4 отряда в одной. Отряд разбить стрелками. Один. Паникай там залезся. Половина стрелка. Негативный эффект. То есть он. Непонятно. Я добавил. Просто эффект негативный. И тоже полезная штука. Просто набрать так, а потом вот так есть вариативность, так сказать, гибкость, чтобы под ситуацию можно что-то... А если мы сейчас единичку на 5 здоровья, когда потратим, то двоечка появляется. То есть до 60 фига, короче. Плюс 10 морали тоже. Так это точно не поедет никуда. Да ладно, да. Гномбар. Но выгодно сейчас, скорее всего, что выспать. Пока армии тех уехали вниз. Потому что ехать туда, да не жить. Самое быстрое это тур плюс быстрянка сюда. Вот, кстати, можно закрывать здесь где-то ставить. Никто не пройдет. Многие. Быстрянка и вот квест. И тут что-то иманы. Ничего не делает. И глянуть здесь. Костик. Мудрый костик. Ну вообще там были звали. И получить. А юня там ну нежить. Ну, придется забрать с собой. А что непонятно. Пойдет. Маша. Бард. С трех, в общем, вся эта толпа происходит. Потому что без единорога, если их много, как без единорога. А сюда призовем воронов. Только что ничего не произойдет. Но они будут рядом сейчас стоять. На границе. Тут охрана это. У нас нету надо было партнерить. Он стоит на границе. Я только сюда пришел. А этих мы призовем на дорогу. Две армии вытащим. Плохо, что мы должны пустить производство. Ну, про хвост это, например, были такой. Пока деньги еще. Вот стена.
Где наш отряд? Ну, не готов ничего, никто не готов. Барды, без бардов идти нет. Так, ладно, посмотрим остальные. Возможно, ты верно тоже подойдет. Город Си. Хир, я готов обсуждать предложение. 18 золота. Что-то на обратно было 18.5. Да сколько они? 380. А, вассалитет, а? Ну, скоро. Надо было заготовить. Вот, еще. А можно призвать? Да вот призовем они. И еще одно. Ну только за призванного 9 каждый ход. А ему не выбрали, блин. Очень плохо. Не настерит. Выберем какое-то заклинание. Скуп 11, это ну очень долго. Да. Лечение. 25 хп у вас и не. Марихосов. Так нет денег. Смысл был марихосов. А 4 это. Скуп тут теневой охотник. Ну что, конечно, наверное. А, так у нас есть. Быстрое око там. 15 и плюс скорость, так это больше влияет. Что можно или отскочить, или наскочить. А просто хп это. Сколько он заклинание стоит? Ну, 10 тоже не нужно. Вот такой сейчас. Если хп мало набраться, значит это можно добить. Чем скорость лучше с лихи. Стратегическая. 20 каждый ход, да? У нас 26 доходов. Среди отряда врагов. Панику. Смотри, сколько. Всех это не относится. Минус 14. 400. Мне же эти не вызвать. Что это такое? Это на 2 тура. Сколько он стоит? 15 минут. Нам лечилка точно не соблазняться, потому что тогда марихоз. Потому что это увеличит мобильность, он доберется. Ну это половина сукуба, ну, надо знание получить. Но оно не критично повлияет, если мы. Что-то может там сократиться, а чему сокращаться там. Шести, ну на пару туров даже.